Знаете, конфликт, конечно, есть. Я надеюсь, что войны не будет. Здесь только я действительно надеюсь. Но здесь, еще раз, я американской гражданкой, очень горжусь тем фактом, что я американская гражданка, я выбрала эту страну. То есть я родилась в России, я не выбирала, а Америку я выбрала. Но я не вижу, чтобы Россия стягивала свои войска к американской границе, честно говоря. То есть здесь, мне кажется, американцы должны отступить, они должны понять, что Россия вообще-то отстаивает свои интересы, свое геополитическое влияние и свои границы, как любая бы другая страна бы отстаивала, если бы к их границам потянули бы войска. И не забывайте, что Россия имеет огромную морскую границу, огромную сухопутную границу. Если я не ошибаюсь, то сами границы, сухопутная граница России самая длинная в мире, правильно? Я говорю географически. Соответственно, чтобы сохранить эту границу, нам нужен... Всегда были проблемы, да? Это не Соединенные Штаты, которые находятся вообще в другой части мира. И здесь, мне кажется, Соединенные Штаты должны свои войска немножечко оттащить от российской границы. И то, что делает Россия, она просто защищает то, что мы имеем.